Соратники, этот человек прибыл издалека, чтобы помочь нашей битве. Знаю, у нас не всегда с американцами хорошие отношения. Но сегодня мы сражаемся не за Францию, Алжир или Америку. Мы сражаемся за Землю. Поэтому слушайте внимательно. Повторять не буду. Нам нужно прорваться к замку. Знаю, мы многих потеряли в атаках, но наш информант нашел другой способ. Не буду юлить. Это может быть нашей последней миссией. Ну вот что я скажу. Она того стоит! А вы что скажете, Сэм Стоун? Обычно звучные эпические речи у нас дает генерал Брандт, а не я. Но я только что потерял хорошего друга, и... Я думаю, он бы хотел, чтобы я сказал что-то воодушевляющее. Так что вот, мы ворвемся в замок, захватим Грааль, убьем Архермана, и победа будет за нами! Не знал, что вы говорите по-французски. Не говорю, я это в кино слышал. Солдат сопротивления 1-2. Какова возможность? Непробиваемый. Так, встретить информатора. Так, Vive la Resistance. Это у тебя в кармане багет, или ты просто рад меня видеть? У французского сопротивления есть информатор в Орде Ментала. Возьмите Саида и Мишель, встретитесь с информатором и продолжайте путь к замку. Встретитесь с информатором французского сопротивления, который знает ход в цитадель. Здесь у нас новых... Так вот, новая Мишель появилась. Мишель. Имя. Мишель Джабали. Месторождение Комгринье. Земля. Не знаю, что такое Ком. Дата рождения 4 октября 2077 год. Мишель выросла на окраине Парижа, но по окончании университета переехала в Каркасон, чтобы работать архивариусом в Музее изящных искусств. В первые дни вторжения на Землю она вступила в ряды гражданской обороны, чтобы помочь в подготовке к грядущей войне. После смерти Жан-Люка Дюбуа во второй битве за Тулузу возглавила ячейку французского сопротивления в Каркасоне. Примечание. Среди прочего, принимала участие во второй битве за Тулузу, возвращении краденого при Ренбе-Шато и битве у Коль-дю-Турмале. Орнитолог-любитель. Особо интересуется кинестез Карулю. По два раза не повторяет. Саид. Имя Саид Лекуе. Место рождения город Лагуат. Земля. Дата рождения 19 июля 2070 год. Хотя Саид уроженец Земли, свои юношеские годы он провел на внеземных колониях. Его мать была аэрокосмическим инженером, специализировавшаяся на строительстве в условиях невесомости, и с раннего детства привила ему любовь к космосу. Эта любовь и привела его в порт Нового Марракеша на транспортные перелеты. Когда война за колонию была проиграна, он вернулся на Землю, чтобы продолжить борьбу. Примечание. Один из основателей ополчения Нового Марракеша. Среди прочего, принимал участие в битве при Альфе Центавра, в битве при двойных звездах и во второй битве за Тулузу. Стоявшийся джазовый трубач. То есть два профиля нам добавили. Так. Что тут делаете? В самом начале игры. И не поднимайся. Так, а вот ты со мной бегаешь, и Мишель, и Саид бегает со мной. Так, солдат тоже, походу, со мной бегает. Да, то есть все четверо. Жаль вашего друга. Сочувствую. Ахриман и моих друзей убил. Он у меня заплатит. За всех. Так, а мы можем вот так сделать. Мамис!
Осторожно, Мишель убивает. Подожди пару секунд, перезаряжаюсь. Всех добили. Уи, я ему передам. Ваши напарники высадились на юг от города. Мы послали к ним людей, чтобы сопроводили их к замку. Если все пойдет по плану, встретим их. Но по плану ничего никогда не идет. О, знаю. Нам, походу, вниз надо. Патроны поищем. Только да, с двумя автоматами то очень быстро патроны расходуются. Можно, конечно, с этим походить. Как он правильно называется? Опустошитель. Дополнительная цель. Искусство войны, награда, автоматический дробовик. Так, пойдем. Мишель, я получил сообщение. Артефакт поискала поблизости. А, мерси. Нам очень важно его заполучить. Но это опасно. Опасность — мое второе имя. Вообще-то, Герберт, но мне его ампутировали. Быстрее! Их нужно остановить, пока все не уничтожили. Вот она! Наконец-то! Грешная девственница! Кисти Ван Клога! Самый недооцененный шедевр постепримиссионизма 19 века. Стоп, артефакт, картина? Да, я думала, вы знаете. Нет, ну смысл есть, но, блин, я думал, это пушка будет, или хоть взрывающееся что-то. Но посмотрите, какая красота. Совершенство в каждой маске. Красиво, но все-таки это картина. Искусством я никого не убил. Друг мой, не волнуйтесь, у меня есть для вас это. Вот это я понимаю, шедевр. Картина тоже ничего, я не злюсь, что мы ее спасли. Я просто думал, что это инопланетный артефакт, понимаете? Понимаем. Так, найти ценный артефакт.
Цель уничтожена. Для автоматического дробовика было патроны. А где еще кто-то? Музыка не закончилась, значит, где-то еще есть какие-то враги. Теперь все. Теперь либо следующая волна. Священный Минотавр. Цель выполнена. We got them! That's it. Ну все. А так что? Если мы там пойдем.
как-то из-за одного здоровья как-то их тут слишком много. А, вот теперь из них здоровье поупадал. И броня. Брать не будем. В эфире радио «Свободная Земля» с отличными новостями с полей битвы за Тунгуску. Снайперша из России, известная только по прозвищу Ольга Одноглазая, удалось уничтожить пресловутого генерала октанийцев Котоподия Душителя, что значительно ударило по боеспособности октанийских войск. Молодец, Ольга, ты выиграла нам как такое необходимое время. Давайте же используем его с толком. О, миниган. Теперь все будет хорошо. I'm sure there will be more soon. Да, дверь еще закрыта, значит, еще появится.
Дверь открылась. По-моему, они сдаются. Так, там где-то еще патроны были для минигана. Все, так, хватит. Интересно, вот найду я Грааль. Могу предположить хороший сыр. Немного Ахриман фламбе. Красное, белое? Смотря какой он на вкус. Так, тут у нас аудиозапись. Говорит Билл Корн. У меня еще воспоминания о Земле. Вот о чем я подумал сегодня. Картер. Я скучаю по сериалам. ТВ, само собой, придумали, чтобы заставить нас через подсознание покупать продукты без глютена, чтобы ослаблялись клеточные связи и нас было проще переваривать лунным паукам. Но что если лунные пауки могли защитить нас от менталов? Что если иллюминаты не нарушали бы арахноселенический пакт и создали бы линии Наски? Или таков и был Великий План? Может, для того лунные пауки и существовали, чтобы мы его не замечали? Может, рептилоиды — настоящие Homo sapiens? Это мы пробудили Тахума. Или он пробудил нас? Стоп, вы что это записываете? Так, thank you. Спасибо за шоу. Информативно. This is Bill. Рядом есть мастерская сопротивления, но нам пришлось ее бросить. Вернуть оборудование, боюсь, не получится. Так, стрелять, перезаряжайтесь даже во время бега. Это нам не особо нужно. Так, мы сюда шли. Да, попробуем по тяжелому оружию в обе руки. Не бывает ничего невозможного. Так, о, два минигана. Это жестко. Это прям мощь. Как это выглядит со стороны? Ну да, так. Одним. Снайперки. У нас там еще есть. Ну, вот это будет мощно. Оставим миниганы. Амонами, вы не поверите, на что мы только тут в Каркасоне насмотрелись. Вот только на прошлой неделе мы убили дракона. Подумаешь, я когда-то единорога застрелил. Я же говорила, таким его не удивишь. Так, мы сначала добраться до мастерской доберемся. Выполнил дополнительные задания, так что нам дадут. Так, награда обманка. В принципе, награда нам не нужна. Чисто посмотреть, что там за квест. Here it is. Вот она. Мы пойдем внутрь и соберем оборудование. Можете покараулить снаружи. Караулить снаружи — мое второе имя. Вот чудак-человек. Мне нравится. Держать оборону мастерской. Когда два держим, у него разброс слишком большой. С одним он более точнее бьет.
метро подойдет. Тут разброса нету. Мы собрали все необходимое. Проблемы были? Нет. Мы слышали стрельбу. Это не проблема, а ее решение. Я кое-что нашел в одном из ящиков. Может, вам пригодится. Круто, спасибо. Люблю ходить на шопинг. Так, цель выполнена. Кто тут мастер? Здесь тоже разброс тогда больше. У этих дробовиков нет разброса. Так, встретьте информатора. Многовато. А теперь-то вы удивлены. Нифига себе тут чудищ. Как для Каркасона. Сайт, это бесполезно. Готовы.
собак. Так что люк не подходит, значит, не все. Мумия. Всех добили. Точно всех. Не всех. Нам передышку дают. Планета захватчик называется. Да ты как моя бабуля. Нельзя мешкать, нас ждет информатор. Стоун, нужно спуститься сюда. Как видите, мы не просто так называемся подпольем. Окей. Так что, долго это будет? Что? В укрытие? Нет, не стреляйте. С какой это стати? Это наш информант. Наш кто? Что? Ничего не путаете? Пожалуйста, человек, успокойтесь. Не все мы служим такому безумному. Богом его считают одни только фанатики. Я в их число не вхожу. Допустим. Человек, ты хочешь попасть в замок или нет? У нас нет времени на споры, нам пора. Неудобненько. Как тебя звать-то? Меня зовут Чарчгак Зралма, Гахак Аляк. Я тебя буду звать Чак. Меня так называла мать выводка, когда я только вылупился. Так как ты оказался на Земле, Чарли? Как и все захватчики, Тахум стремится найти себе единомышленников среди худших представителей цивилизации. На моей родине, планете, он поддерживал группу религиозных фанатиков. Они, как сказать по-вашему, Джадж Хракс. Предатели? Мудаки. Он помог им уничтожить Высший Совет Скорпиона и разрушить многотысячелетнюю культуру. Круто. Так, приберите цитадель. Чарли. Теперь на нашей стороне. Так этой пушки у нас не было.
Чарли, друг мой, помоги нам решить один вопрос. У нас же тут большое разнообразие монстров. Ну, ничего так. Ну, говорил же. It is, of course, nothing compared to the plains of Tupu, where I once killed a double-ended Obanian hypersnake. How do you do that? А что нужно, чтобы ее убить? Все просто. Потушить оба конца. Ну-ка, позвольте, помогу. Let me get that for you. Не попадите под ракеты. Неудобно стрелять. Автомат не прокатит. Ну, вечные техномы. О, смотри, ты умер. Какая неудача. Этот мертв. Скоро еще появится. Патроны кончаются. Где патронов нет?
Победа за нами! У меня есть просьба. Когда заговоришь с ним, скажи, что высадка на Луну ваших рук дело. A jest. I am known for my love of practical jokes. Once in the... Рейдерс! Налетчики! В укрытие! Я разберусь с этими чарчак с летунами. Закатывает глаза и ругает себя инопланетными. Не расстраивайся, Чарли, с кем не бывает. Наверное, поняли, что мы прорываемся к замку. Они все силы в атаку бросили. Держитесь, я иду. Удачи, Стоун. Удача здесь ни при чем. Пушки. Тут решают пушки. Друзья, давайте покажем Тахуму, что свободные народы галактики едины. Так, глава 11 завершена. Вивля Резистанс. Резистенс. Так, 12 глава в Каркасоне. Сэм лучший не потому, что у него самый большой ствол, а потому, что он умеет им пользоваться. Hellfire. Арахноиды крутые ребята, но им тоже нужно перезаряжаться. Джонс. Я не говорю, что Картер псих, но я как-то видел, как он в буррито Трояна искал. Родригес. Посмотрите быку-оборотню прямо в глаз и в последнюю секунду отойдите в сторону. Ох, как они это не любят. Hellfire.